Смотри, сейчас, вот, да. Вот, смотри, сзади меня вход. Сейчас. На дорогу, поворачивай направо и иди туда. Свали. Вот смотри, вот. Это что это погибел. История в шахмат насчитывает не менее 1500 лет, а возможно и больше. Изобретенные в Индии в 5-6 веке шахматы распространились практически по всему миру, став неотъемлемой частью человеческой культуры. Интерес к шахматам у людей разных возрастов вызван тем, что это не просто настольное их внимание, воли и усидчивости. Игра в шахматы сочетает в себе элементы спорта, науки и искусства, способствует развитию интеллекта и становлению личности. Шахматы как нельзя лучше подходят для занятия детей, ведь раннее развитие чрезвычайно полезно для ребенка. Несмотря на древнюю историю возникновения шахмат, они не перестают пользоваться популярностью и в наш 21 век, век новых технологий, робототехники и всецелой компьютеризации. Появились виртуальные шахматы, в которые могут играть люди, находящиеся на далеком расстоянии друг от друга. Но они никогда не смогут заменить осязаемые шахматные фигуры. Именно по этой причине в рамках программы развития Ташукинского сада на 2020-2023 годы в текущем году были проведены работы по ремонту всеми любимого шахматного домика. Многие десятилетия это место было точкой притяжения наших дедушек, отцов и на открытии обновленного современного общественного пространства в главном городском парке столицы нашей республики. Города, саду. Как все знают, наш парк входит в список самых лучших парков зон нашей страны. Здесь не только много зеленых насаждений, но и очень много памятных исторических мест. Одно из них перед вами – это наш шахматный город. Старшее поколение нальчан, как было сказано, помнят. Здесь были разные баталии шахматные, люди собирались, отдыхали. Со временем он превратился в простую беседку. И вот в этом году, в рамках благоустройства Ташукинского сада, прошли работы по реставрации шахматного домика. Он не только сохранил свой исторический облик, но и пополнился новыми элементами архитектуры и благоустроенной территории. Я уверен, что обновленный шахматный домик возродит былые шахматные традиции нашего города и станет местом отдыха горожан и гостей столицы. Спасибо. Домика очень изменилась, но все-таки сохранила очертания своего круга. Вы можете проводить здесь время теплыми летними. Горам предоставлено почетное право провести в обновленном шахматном домике наш первый турнир. Но прежде чем унывать дорогих гостей, участников, организаторов столь прекрасного события, как открытие шахматного домика. Конечно, шахматный домик – это большой подарок для жителей республики, для шахматных любителей республики и для меня лично. Потому что ведь еще будучи ребенком, я очень часто слышала от взрослых, что шахматы раньше были так популярны, что дедушки, взрослые, дети – все играли в парках, играли на улицах, играли в разных садах. И именно вот такие вот уличные шахматы, именно вот такой вот, такие шахматы в парке дали толчок развитию. И именно они дали нам возможность найти огромное количество талантливо способных детей, которые уже отсюда пришли в шахматные секции, начали посещать шахматные клубы и после стали уже великими чемпионами. И, конечно, я очень рада, что я застала эту культуру, я застала, что сейчас это я буду наблюдать сама, а не просто слышать от взрослых. И я очень рада, что дети, которых я тренирую, тоже это застали. Я уверена, что благодаря этому шахматному домику появится огромное количество детей, которые также будут это наблюдать, также будут видеть, и благодаря этому придут в наши секции. В свою очередь, как тренера спортивной школы, мы с огромной благодарностью относимся к такому подарку, и мы будем стараться проводить огромное количество соревнований, всяких открытых лекций, открытых мероприятий, мастер-классов,
тренировок на свежем воздухе, соревнований и различных других спортивно-массовых мероприятий для популяризации шахмат. Спасибо большое. Дорогие друзья, разрешите мне пригласить заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Владимира Александровича. И в ознаменовании открытия шахматного домика символически перерезать ленточку, а также попросить его сделать первый ход с одним из участников. Спасибо всем, кто пришел поздравить нас по такому прекрасному поводу. Мы надеемся, что это место вновь станет центром притяжения жителей и гостей. Кто в турнире играет? Да, пойдите, ребята. Ты не играешь, да. Я тебя место не хочу. Нет. Не плачь, штука, пожалуйста. Валера, запомни этот день. Спасибо. Смотри, да, может быть.
сверху. Хочешь идти сюда? Да. Куранова черный, Жиляев, давайте, Жиляев, Куранова. Да, блин, нет, Куранова, Куранова, Жиляев играет. У нас немного девочек, поэтому тебе это... Просили городскую нашу администрацию, и они пошли нам навстречу, чему мы очень рады. Мы абсолютно убеждены в том, что популяризация шахмат в нашей республике, в нашем городе, с этого дня кратно увеличится. Мы полагаем здесь не только, что будет собираться любить, но кое-какие соревнования, как которые и сейчас здесь проходят среди детей, мы будем проводить в летнее время в этом домике. А насколько сейчас шахматы популярны вообще на Кавказе? Ну и в Рыбово, да, они всегда популярны, всегда. И популярность растет, это говорит о том, что в наших двух шахматных клубах, городских, которые сейчас действуют, школьные каникулы, активно, практически 7 дней в неделю, дети пополняются, мы даже кое-кому отказываем. То есть, это как будет постоянно открыто, и то есть, какие-то то есть, ну, ограничения, то есть может любой человек прийти, конечно, и поиграть в шахматы? Безусловно, безусловно. Это для любых отдыхающих. Для этого наш парк и всегда и назывался парк культуры и отдыха. А какой может быть лучше отдых, чем прогуляться по парку, а потом поиграть товарищеский матч с другом в шахматы? Я думаю, достаточно. Спасибо большое. А, еще что? Этот вопрос, это Демыч. Угу. Да. Здесь любой может прийти. Получать инвентарь, а потом после игры сдавать. А раньше что-то подобное существовало? Вот. Конечно. Спасибо.
Ахмурзова, я являюсь тренером спортивной школы «Ладья» и также действующей шахматисткой. Уже 16 лет играю в шахматы. Конечно, очень приятно. Раньше всегда играли только в действительности в душных помещениях иногда. И вообще в такую погоду очень приятно выйти, пройтись до парка и именно в парке сыграть на свежем воздухе, где все так хорошо обустроено. А насколько сейчас шахматы популярны? Растет ли вот популярность шахмат на Кавказе? Да, растет. Честно, огромное количество детей изъявляют желание. Иногда даже сами не понимаем откуда. Но вот сейчас мы проводим вот здесь на Кабардинской. Мы, кстати, открывали полгода назад новый клуб КАИСа. То есть сейчас детей, где-то 40-45 детей бывает приходят на занятия. Да, дети каждый раз звонят, пишут родителям. У меня ребенок очень хочет играть. Вот прям горит желанием, пожалуйста, возьмите. То есть огромное количество детей сейчас изъявляет желание играть в шахматы. Может, пандемия к этому сказала, оказала свое влияние, может, еще что-то, но очень много детей играют. А вот что вот в шахматах самое главное? То есть это не карты, где удача, вот что? Ну да, в шахматах все зависит от тебя самого, то есть как-то сам подготовился, как-то сам натренировался, как-то сам, то есть это не везение, ну конечно, элемент везения тоже присутствует, но тут все-таки твои знания, твои умения, твое старание, твой характер, который ты тренируешь из занятия к занятию, твою усидчивость, твою какую-то умение не спешить, да, умение контролировать эмоции, которые ты контролируешь, чтобы сказать нет, надо чуть подумать, посмотреть, может, ловушка. И то есть это все, конечно, влияет на то, чтобы формировать. Так, вот опять же, вот на свежий воздух, чем шахматы физически, то есть это нагрузка большая или все-таки это нет? Ну, смотришь, может, так не ощущается, но когда вот мы играем турниры, и когда это все происходит, это надо играть 4-5 часов в партию, играть от, минимум от 3 часов в турнир, это очень непросто. И спина устает, и вообще, в принципе, очень, очень трудно. То есть, как бы, даже если обратиться к каким-то великим шахматистам, к каким-то мастерам, у них у всех есть тренера по шахмат, ой, тренера, спортивные тренера, у них у всех есть какие-то виды спорта, которыми они занимаются, куда они ходят. Это знают, что высидеть такое огромное напряжение невозможно, если ты никак физически к этому не подготовлен. И теперь на свежем воздухе будет гораздо... Да, теперь и зарядка будет у детей дойти до парка, и шахматы принести надо будет, то есть физическая нагрузка. И, конечно, на свежем воздухе голова соображает лучше. И когда вокруг столько зелени, птички поют, там дождик, да, какой-то капает, очень приятно, конечно. А еще круче было бы в Прельбрусе на высоте, да? Нет, ну, может быть, да, было бы еще круче, у кого давление нет, да. Ну, что, какой титул, будь добра, скажи у тебя? Ну, меня здесь представили как чемпионку Европы, но это я выигрывала первенство Европы среди детей. То есть я была чемпионкой первенства Европы, это было, когда я была еще ребенком, я то есть очень много лет играю. Сейчас я как бы из последних, да, там я и чемпионка СКФО была среди женщин, то есть вот такие как бы республиканские турниры и по СКФО, по России, в принципе, выигрывала, да, именно женские турниры, то есть вот так. А такие, наверное, основные, это когда я была ребенком, то есть когда я была ребенком, когда я была поменьше, вот так. Спасибо большое. Не за что. Ребенок, что?